Друзья, ну что, всем привет. Сегодня пригнали в Темрюке. Сегодня здесь в честь 1 мая, короче, что-то типа показательно. Так что, Ганин, ты просил больше моих трюков. Сейчас устроим тебе. Я сейчас упаду раньше, конечно. Пару слов о сегодняшнем дне. Как тебе погодка? Ты меня? Да. Погодка — огонь. Солнышко светит. Хочется умереть. Мастер-класс покажешь, Саня? Допустим, да. Допустим. Надеюсь. Или да? Надеюсь, да. Все так-то. Ё-мо, я наушники сейчас одену. Сейчас оденем наушнички. Будем катать. Чё, бэкфлип? Чуть позже. Да, бицучи у тебя нет, машина. Я просто снимал, что ветер дует, футболку отдавай. Давай. Да, подожди, дай это. Чё ждать? Штиль. Чтоб штиль. Всё? Всё, пока все равно снимай там. Смотри, что могу делать, да? А ты так ловишь? О, ты дал, да? Так, даже я могу на самокате. А я нет. Ну чё, пробуем? Давай, я переезжаю на спайн, ты переезжаешь в бэкфлип. Перерастай. Надо, чтоб делал. Правильно, ребят? Бэк! Да. Делай. Сейчас. А? Сейчас. Сейчас же, давай. Сейчас. Сейчас же. А, стоит меня, будешь ты виноват. Давай. Ребят, один. Сейчас, малой, поставил дабл. Дабл бэк? Бэк от малого и один бэк-клип от тебя, да? Все, малой сделал, давай. Давай. Я не видел. Да, блин, потом на камере увидишь. Он жестко зацепил ногой. Да это ты корявый. Да ты корявый. Давай делай заново. Все, фигня, давай по новой. Сразу, пока... Пока кости твои дряхлые старые помнят, как это делается, давай. Голень на сопа вспомнила прям вообще. Опять. Так. В данной ситуации я напомню вам, ребят, не забывайте про защиту. Да. 50 на 50 не канает. Надо либо брать, либо не брать. Да я не спорю. На это аргументируем просто. На? Ребят, прошу любить и жаловать, призер по BMX в Анапе. Виталий Воронцов! Йоу! Вот он! Йоу, всем привет! Сегодня 1 мая. Мы съездили, приехали в Темрюк. Сейчас будет трешка. Давай. Еп! Ну что, да ты так сможешь? Призер BMX. Не, мне что-то лень сегодня так. Оттуда можешь не говорить, тебя не услышат. Давай. Что? Короче, вот этот вот парниша хочет, чтобы его слышали и видели миллионы. Поэтому, ребят, накидывайте лайкосиков. А он делает вам очередной новый трюк. Нет, давай. Там, пошел за трюком. Обманываешь? Я не трюк. Нету. Ауф! Давай! Еу! Ну, конечно, не через, но для Анапы и так, наверное, сойдет. Тут призер рядом сидит, как ты одобряешь на стол? Да. Вот. Ну, надо через. Согласен. Че, теперь с тебя бэкфлипчик? Бэкфлипчик будет? Будет. Все, давай, сейчас, поехали. Скоро, да. По какой скоро поехали? Я два бара сделал, значит, а ты не снял. А, два бара были? Я, так сказать, мой косяк, ладно. Давай еще раз. Все, фигня, давай по новой. Во-во, ребята, врывай. Блин, ну надо было добрать. Дабл барспин спешл по Виталию Константинов. Второй раз. Ау. Раз, два. Так, так, так. Еу! Уехал, уехал. Рэпчик, рэпчик, давай, пятерка. Наконец.
старухи и немощи. Ау! Ладно, беру свою зону. С пятой попыточки, с пятой. С пятой. Давай два випа. Ребят, не верьте ему, это было со второй попытки, он не снял. Да, да, да. Этот я свидетель. Этот Виталий не снял. Давай, значит, пацан, два випа показывает. Да я не умею. Давай. Давай. Давай, твоя попыточка. Мы доказываем, мы не просим. Не говоришь, не умеешь, но почти же. Ну что, балабол, что ли, ёпта, так дела не делаются. Ребята, вы, наверное, узнаете место, где я нахожусь. Я уже не первый раз снимаю вам видео в Пятерочке, которая находится напротив скейт-парка Темрюк. Так, сейчас мы заправляемся водичкой. Какой водичкой заправляемся сегодня? АИ-92, короче. Какой? Где здесь? Я не вижу. Где эта вода? Мне кажется, мы не в том магазине. Да? Да. Так, ладно, сейчас набираем водички. Короче, мы вам показали пару линий. Здесь показатель нашел, не получается там ничего говорить. Там, короче, этот ведущий включает музыку, так еще и беспонтовую. Я глушу его беспонтовую музыку своей. А сами понимаете, как вам что-то сказать, если авторские права, все дела. Нигерские кексы. Нигерские? Ага. С Африки пересадку. Вообще. В общем, ребят, сейчас будем пробовать. Теперь будем пробовать. Сейчас линии мы поделали. Сейчас будем пробовать что-нибудь интереснее. Да? Так и надо делать. Бунь. Совместочки снимаем. Все, вроде бы покатушки идут полным ходом. Здесь забрали сабер. Так, теперь я могу с вами поговорить, дамы и господа. Только я не знаю, что теперь сказать. Фу. Вот так, короче, на сегодня, наверное, хватит. Все за то, что едем в Анапу, поэтому мы сейчас собираемся, едем в KFC, хаваем, кушаем, трапезничаем и валим в Анапу летать. Может, что-нибудь там попробовать? Нет, ничего не знаем. Что-нибудь тоже совместно, кстати. Поэтому сейчас мы валим, а вы пока мы еще думаем, кто и так далее. Канал.